в обновленном составе. Смотрите, молодые, красивые люди, благословенные, и мы желаем вам Божьих благословений и успехов в вашем пути. Пусть перед вами будут долгие дороги, большой труд Господа и большие благословения в вашу жизнь, труде и служении. Итак, после Дня Пения мы будем говорить о городе Кривой Рог. И кто из этого города, друзья, если у вас нет какие-то короткие истории интересные, пожалуйста, вы можете поделиться. Но я позже расскажу, что я изучил о городе Кривой Рог и церкви в Кривом Рогу. Спасибо. Группа Лидии, пожалуйста. По славу Господа, пускай те пение, которое вы все знаете, это «Пой Господу вся земля». Если вы уже поели, и у вас есть силы, вы можете петь вместе с нами. Thank you.
Thank you.
Свое царство, имея свои дела, проблемы. Давиду сказали, Давид говорит, возрадовало сердце мое, когда сказали мне, куда пойдем? В Дом Божий. Он возрадовался. Я хотел бы, чтобы мы сегодня возрадовались, что мы в Доме Божьем. Не где-нибудь, а сказали нам, приходи сегодня в Дом Божий, ты здесь. И сегодня я верю, что Господь особенно будет с нами говорить, когда мы открываем свои сердца для Него. И в первом нашем пении мы прославляем Его. Слава Ему за все, прихожу к Тебе и с хвалою. Давайте мы все встанем.
земные небеса — это твой престол.